Партнер програми – інтер'єрна фотостудія «Колорс». Алекс Енджел – фронтмен рок-гурту Black Angels. Алекс Енджел – гламурний англомовний композитор, співак, засновник гурту Black Angels. В період з 2004 по 2014 рік гурт видав 5 авторських музичних альбомів. Алекс Енджел – учасник багатьох українських та міжнародних ТВ-шоу, опенерів та фестивалів. У 2013 році Алекс Енджел займає перше місце в метал-чарті Нью-Йорку за версією Rubnation. Що ви вкраплюєте в свою музику того, чого не робили вони тоді? Ну вот, допустим, до определенного момента я выступал просто с рок-группой. Ну, опенейры, сейшены, клубные концерты. Играли только свою музыку, кавера никогда не исполнялись. Только свою музыку, и музыку только англоязычную. Я пишу только англоязычный рок. И вот мы играли на концертах, и в какой-то момент, кажется, в 2009 году, я вдруг понял, что этого мне уже недостаточно. То есть вот люди воспринимали музыку как другую рок-группу. Не хватало чего-то нового. И вдруг я понял, что это новое может быть в виде шоу. Да, шоу делало много групп. Но вот, допустим, я стал внедрять такие шоу-номера, ставить, то есть постановку театральную, костюмированную театральную на свои песни. Такую постановку, которой не было ни у кого. Допустим, считается королем шоу, наверное, Элис Купер. Потому что он создал «Леди-пауки», шоу-номер «Стивен», вот, а рок-музыканте, который приходил пьяный домой и избивал жену, но этот номер его прославил, он его до сих пор исполняет, Стивен Энн, и вторая песня «Every Woman Bleed». Вот. Я же фанат, например, «Формулы-1». Ну, я увлекаюсь спортом, Формулой-1, и я знаю точно, что никто до меня не внедрял на живых концертах шоу, посвященное автогонкам Формулы-1. Как это происходит в реалии? Вот, допустим, у меня есть композиция. Я написал песню, посвященную автогонкам, как фанат. Она называется «Live on Eurosport», «Формула-1», и она будет в следующем альбоме, кстати, издана в новом. Но я ее исполняю уже много лет на концертах. Для того, чтобы поднять визуализацию, улучшить, я музыкантов нарядил в определенные футболки. Допустим, гитарист был в футболке Ferrari, выходил на концерты и исполнял роль Фернандо Алонсо. Басист выходил в футболке Red Bull и исполнял роль Себастьяна Феттеля. Барабанщик был в футболке Мерседес, тогда Шумахер еще был в гонках пару лет назад, исполнял роль Майкла Шумахера. Ну, я, разумеется, исполнял роль Супер Алекса, пилота Black Angels, Team Driver. И в рамках песни объявлялись заезд, кто на каких позициях, прямо как на BBC. Я просто знаю, как Мюррей Уокер, 50 лет был комментатором BBC Формулы-1, это легенда комментирования Формулы-1 английской. И вот я объявлял пилотов, объявлял конкретную трассу, где проходит заезд, шоу-заезд. Исполнялась композиция, в конце определялся победитель, включался гимн, как на автогонках. Ну, если выиграл Себастьян Феттель, включается гимн Германии прямо на концерте. Мы становимся все. Вот, гимн победителю, вручается приз. И, в общем, это получается цельный такой шоу-номер. И я заметил, что поскольку такого никто не делал никогда, ну, людей, которые... Трудно людей, ну, наших людей сейчас уже сложно чем-то удивить новым. Но вот такого плана номера, они действительно действуют на людей, действительно необычно. Людям такое нравится. Хочешь знать больше музыки? Смотри передачу «Джунгли шоу-бизнеса» на Макси ТВ.